Конец лета, начало осени – время восполнять запасы витаминов. Обычно мы запасаемся фруктами и ягодами впрок. У каждого при этом свой способ. Кто-то заготавливает множество закруток с джемом и вареньем, кто-то сушит ягоды или делает компот. Ну а кто-то, как утверждают диетологи, идет самым правильным путем и наслаждается вкусом замороженных ягод. Это верный способ сохранить витамины и вкусовые качества. Для поддержания и укрепления иммунитета в нашем рационе должны присутствовать все витамины и микроэлементы. Любые дефицитные состояния могут нехорошо отразиться на защитных силах организма. Поэтому рацион рекомендуется разнообразить ассортиментом ягод в зависимости от сезонности и их доступности. Август – самый богатый на урожай фруктов и ягод. Именно сейчас в садах поспевают сливы, яблоки, груши, ежевика и ранний виноград. Совсем скоро можно будет отправляться и за облепихой. Она полезна при гриппе и различных простудах. Она укрепляет иммунную систему, лечит сердечные заболевания, выводит шлаки, улучшает память и укрепляет нервную систему. А еще она незаменима при депрессии. В облепихе содержится большое количество фитостеринов, которые защищают от всасывания холестерина в кишечнике. В большом количестве присутствует ненасыщенная жирная кислота омега-3. Это незаменимое вещество, которое поступает к нам в организм только с немногими источниками пищи. В основном это дикая рыба, оливковое масло, а также облепиха. Употребление замороженных ягод – это прекрасная возможность пополнить запасы витаминов не только летом, когда на прилавках изобилие свежих плодов, но и во время осеннего и весеннего авитаминоза. Диетологи этот способ рекомендуют настоятельно. Герман Гущин, телекомпания «Город».